Приветствую вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами на «Влиянии». Мы в прямом эфире. Я не один сегодня. Пастор Сергей. Приветствую, пастор Юрий. Очень снова приятно. Приятно встретиться. Третья встреча. Наша встреча – это в ракурсе программ относительно предстоящих выборов. Очень важно. Предвыборная кампания очень важна. Поэтому welcome back. Спасибо большое. Я думаю, что мы еще проведем эфир до 8 ноября. И я получил ряд звонков с разных регионов после наших с тобой эфиров. Мнения разные. Но ты знаешь, что меня трогает в хорошем ключе? То, что все-таки те вещи, которые мы дискуссировали, они все-таки трогают в позитив наших людей. Мне кажется, что мы должны расшатать, если это правильное слово, вот, некую аполитичность, да. Особенно славянского народа здесь в условиях эмиграции, потому что эта позиция она не выдерживает критики. Мы часть общества, для нас должен быть не безразличен настоящий день, то есть то, в чем мы живем. И если голосование – это огромнейшая привилегия и ответственность. Если мы не пользуемся этой привилегией, если мы ответственно не подходим к этому, то нам не на что потом жаловаться, если через 5, через 10 лет, через 15 лет вещи идут не так, как бы мы хотели, чтобы они шли, мы разводим руками. И можно, конечно, занять позицию пессимиста, да, и сказать, что вот тьма покрывает народы, и выхода другого никакого из этого нет. Во всяком случае, мы должны исчерпать себя в том плане, что есть избирательный участок, я должен сделать свою домашнюю работу, я должен информировать сам себя, если этого недостаточно, потому что язык барьер, обратиться к людям или обратиться к каким-то институтам информационным, если так можно сказать, и самообразовать себя, подучиться. Вот есть платформа демократической партии. За что, на чем стоит подавляющее большинство людей, ассоциирующих себя с этой партией? На чем стоит кандидат этой партии? Вот есть республиканская партия. Что за платформа? Какие идеи? Какое видение? О чем они говорят? О чем они думают? Какие устои человека, который ведет эту партию сейчас? Есть независимых кандидаты, два в этом случае, на этом цикле президентской гонки. Два независимых кандидата. Процесс самообразования. Иногда мы ленимся это сделать, не к нашей чести это все сказано, и потом начинаем разводить руками. А как это? Я четверть века тому назад приехал в Америку, она была совершенно другая. Да, она была совершенно другая, потому что когда люди спали, есть политическая спячка, есть политическая безактивность, есть вот такая аполитическая предрасположенность, особенно нашего славянского брата, и когда люди спали, враг пришел и посеял плевел, и воспользовался возможностью. Поэтому... Дело в том, что интересно то, что в ряде случаев, когда это касается нашего кровного, нашего личного, там мы, скажем, активны. Не сдаем. Нет. Если стоит вопрос приобретения, там мы владеем... И права свои знаем, и привилегиями своими воспользуемся. Мы знаем, какие дома сколько стоят, где выгодно хорошо купить и продать, какую машину приобрести за низкую цену. То есть, действительно... Какие школы детей послать, где можно получить какую-то финансовую помощь и ряд других. То есть мы... Хорошо, что страна имеет это, хорошо, что система позволяет это, но это не весь спектр вопросов, с которыми мы встречаемся. Согласен. Далеко не весь спектр вопросов. Друзья, анонсировка. Мы делали несколько анонсировок о том, что служение церкви с участием проповедей пастора Сергея Головея начали вещаться у нас на канале. Это прямые эфиры каждое воскресенье. Возьмите ручку и листок бумаги. Запишите, пожалуйста. Каждое воскресенье 12:30 начало, это тихоокеанского времени. Если вы на этом берегу живете, на западном берегу, значит 12:30 начинаются прямые эфиры с церкви. То есть это не запись, это прямое включение прямо с вашей. Спасибо церкви. Еще раз, пастор Юрий, это большая опять привилегия, огромнейшая ответственность. 12:30 здесь на западном, я люблю говорить на левом, потому что наш берег в самом деле левый.
В 3:30 на восточном побережье, и я даю себе отчет в том, что очень много наших братьев, сестер, друзей, очень много телезрителей да. могут быть и да. на своих служениях. Тем не менее, возможность имеется, и в один из дней повторяется прямой эфир. Это да? будет вторник в 6 часов вечера. Отлично, спасибо. Да. Еще раз, вторник в 6 часов вечера, повторение, это полчаса. Да. И мы выражаем еще раз огромнейшую благодарность за эту возможность. Я знаю и слышу, что то слово, которое Бог дает для церкви, лично для тебя, это благословение. Это я слышу с других источников. Спасибо поэтому большое. Я знаю, что это будет, во-первых, назиданием, во-вторых, это будет для кого-то подкреплением, утешением, ободрением. Каким-то прорывом, откровением, то есть и это будет действительно имя нашего Господа будет через это прославлено. Да. Это самое конечное, то есть конечный результат, ради чего мы все это и делаем. Поэтому, кстати, возвращаясь, вчера вечером я стал невольным свидетелем разговора моего отца с мамой. Папа обращается к маме, говорит, ну мы зарегистрированы, говорит, ты там все сделала, чтобы проголосовать, на каком участке? И я так мимо проходил, думаю, видишь, вот как... Работает. 86 лет. Информация работает. 86 лет. Вот. И, кстати, завтра 60-летие моих... Совместной жизни. Совместной жизни. Мои поздравления. Это свидетельство. Это свидетельство. Да. Их можно отнести к редчайшей категории да. людей сегодня. Поэтому молимся, чтобы еще многие годы они были вместе в здоровье, в благополучии. Да. Поэтому завтра у нас будет большое событие в Винницкой церкви. Прямо там. Вот поэтому, друзья, я знаю, что служение моей мамы и отца, оно также было благословением для ряда из вас, когда вы нам об этом говорили, те свидетельства, книга отца, их автобиография, то есть их верность Богу. И эти все годы, они... так сказать, безупречно, основательно и конкретно они, так сказать, служат Господу. Нелегкие годы да, выпали да. на их судьбу. Вот я математически делаю отсчет 60 лет тому назад. А рождение детей, воспитание, да. это была суровая эпоха, да. это было тяжелейшее время. Семьи были большими, многодетными, условия были тяжелейшими. Плюс, ко всему прочему, еще надо было вот в этом режиме антибожественном, да. антицерковном прививать любовь к Богу, точно. Своим детям, последующему поколению, зернышко за зернышком. Поэтому мы снимаем шляпу перед поколением наших родителей. Они действительно сделали много. И да. только вечность сможет открыть перед нами какую огромную, просто титанический да. труд они исполнили. И, кстати, я сделал анонсировку, хотя у нас, друзья, будет еще одна программа с Александром Чернецким, ведущим программы «Герои веры». Уже завершено 8 программ, 8 30 минуток. Это с участием моей мамы, Велины Павловны Чернецкой. 8 целых программ сделано в хорошем, в таком настоящем формате. Вот поэтому это в ближайшее время мы сделаем программу влияния на этот счет. А затем уже в рамках эфирного времени «Герои веры» это будет программа на «Импакте». А что общего между Грибоедовым, который жил тут в начале 19 века, и вторыми дебатами? Вот я смотрел вторые дебаты и поймал себя на мысли, что я нашел общее между знаменитым писателем Грибоедовым, российским, жил много лет назад, и вторыми дебатами кандидатов в президенты Америки. 200 лет спустя. Я приложу толкование. Есть у него произведение такое, «Горе от ума». Наверное, все помнят об этом. Так вот, основным ведущим вторых дебатов, не последних позавчерашних, а вторых дебатов, был содомлянин. Они не любят, когда их называют содомлянин, они предпочитают более такое, как они говорят... Политически корректное название. Да. Это нетрадиционной ориентацией.
то есть сторонники нетрадиционной ориентации. Библия называет их содомлянами, ну или гомосексуалистами. Так вот, ведущим, основным ведущим, который является также основным ведущим на канале CNN, содомлянин, начал наезжать на Трампа в прямом смысле. Ну ты же говорил об этой женщине. Ну ты же говорил об этой женщине. И они давили на этого Трампа, потому что во свете как раз за несколько дней до вторых дебатов вскрылось то, что и стоило было ожидать от плотского человека, коим является этот кандидат президент и Трамп. Так вот, и к Грибоедову возвращаюсь. Я вспомнил монолог Чацкого, который буквально следующее цитировал у Грибоедова в «Горе от ума». А судьи кто? За древностью лет, и там продолжается, мы уже добавляем, судей уже нет. Но, и думаю, смотри, но кто может судить Трампа? Ну, это настолько цинизм проявляемый, настолько цинизм, я применяю это слово, что один палец то показывает на Трампа, но все остальные, они же на себя должны показывать. То есть я увидел, что вот этот шифт в мировоззрении, в нравственности, вот в здравом, здоровом, он настолько притуплен или искажен, или применяем любые формы и методы этого слова. Я вспомнил историю, пастор Юрий, из Евангелия Иоанна, когда Христос... Это, кстати, не в защиту Трампа. Да. Да, когда Христос... сидел и привели к нему женщину, да, взятую при любодеянии. И он что-то писал. Писал. И они обвиняли женщину. У нее не было абсолютно никаких оправданий. Да, да. И Христос ее не оправдывал. Но он ее не осудил. Да. И он сказал, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. И Библия говорит, они, будучи осуждаемы совестью. Так вот, у вышеупомянутых людей, у них нету совести. Если бы они были возле Христа, если бы они были, привели эту женщину к Иисусу, они бы бросили камень. Потому что это настолько, это высшая мера цинизма. Вот. Но весь эфир и весь разговор наш не с тем, чтобы... Да. Говорить об этих дебатах, это координированное действие. И опять, не в защиту Дональда Трампа и не в защиту его похождений, вот этих таких непристойных выражений, которые, кстати, имели место 10, 11, да, 12 лет тому назад. Это к тому, что весь этот поток информации, он, это скоординированное действие, чтобы разделить евангельскую общину Америки. Потому что ведущий, тобою вышеупомянутый, вместе с дамой, которая сидела, они знают, что 70, 80, 85% американцев считают себя евангельскими христианами. Разных мастей, разных взглядов, разных, что не есть, должны признать, и сексуальных ориентаций на данный момент. Тем не менее, они считают себя евангельскими христианами. Сплоченный блок, сплоченный электорат, даже в лице евангельского христианства, никто не сможет победить. Мы говорим 85%. Поэтому что предпринимается? Предпринимаются все усилия, чтобы вот эту консолидацию разделить по максимуму. Разорвать ее на самые мелкие шмотья, что ни есть. Вот почему мы начинаем слышать в адрес Трампа от евангельских лидеров самое противоречивое мнение. Первый говорит, как я могу подать свой голос за такого аморального человека, который сознается или который говорит то, что он говорил 11 лет тому назад? Логично, казалось бы, да. Если бы не рядом стоящие те же влиятельные евангельские лидеры не заявляли, а меня, будущее Америки, будоражит больше, чем прошлое Дональда Трампа. И я в нем усматриваю человека, который может нас как страну, как нацию вывести из этого месса. Я не ожидаю, они говорят, что
следующим президентом будет безупречный, отутюженный, отподготовленный проповедник, за которым абсолютно никаких хвостов. Друзья, 21 век на дворе. А что вы ожидаете? От какого совершенства вы ожидаете? И вот вдобавок к этому аргументу есть следующий такой подход. Через всю историю человечества. Как часто? И чаще, чем реже. Бог использовал людей, далеко не совершенных. Даже ослов использовал. Бог использовал осла, если ему надо было. Кстати, читал эту историю вчера. Давид. Он бы не прошел по сегодняшним стандартам никакой квалификации ни на республиканскую, ни на демократическую партию. Должен ли я продолжать этот список? Ряд других людей, которые имели очень серьезные, опрометчивые моменты, серьезные нарушения, моральные уклонения в своей судьбе. Я не эксперт по Дональду Трампу. Я не знаю, он покаялся, не покаялся. Я даже не слышал этих кассет. Но я могу себе представить. Юрий, надо согласиться вот с чем. Когда человек достигает невероятнейших успехов, финансовых высот, да, они настолько большие, и это не с тем, чтобы кого-то оскорбить, уважаемые телезрители. Но мы даже малейшего представления не имеем, о каких деньгах идет речь. Что деньги, чем деньги наделяют человека? Деньги наделяют человека доступом. Когда у человека есть деньги, чем больше денег, тем больше доступ, тем шире дверь. Чем меньше денег, тем уже дверь. Когда человек имеет огромнейшие деньги, ему предоставлен доступ. И голова вскруживается. Голова кружится так, что ты думаешь, весь мир по твоим ногам. Это, кстати, библейский принцип. Библейский, да. Сколько раз человек пришел от ниоткуда, и Божья рука над ним, Бог его благословляет, он начинает преуспевать, достигает. Тут Озия вспоминается, да? Вдруг на каком-то этапе все и шло так красиво, все и шло так правильно. Возомнил человек, переоценил себя. То есть я могу, я сам себе, и Бог, и царь, и воинский начальник. И это становится в подавляющем большинстве случаев начальной точкой. Почему мы удивляемся смирянина, который безумно богат, который успешен, деньги которого наделили ему доступ ко многим вещам? Можем ли мы остановиться и сказать, что благодать Божия достигла его? И есть свидетельство, подтверждающее, что Господь коснулся сердца этого человека. Я не за, не против. Я против вот чего. Я против координированных действий на уничтожение человека, чтобы он не имел даже возможности озвучить свою точку зрения. И вот что парадоксально в этом случае. При всем шторме он все еще продолжает стоять. Пока на плаву. Все еще продолжает стоять. Что интересно, обратил ли ты внимание, что прошедшие 3 дебата показали, что не единожды, и, кстати, я вчера говорил с женой на эту тему, она верно подметила, говорит, ни разу не было произнесено ни в начале, ни в конце «God bless you», «God bless you», «God bless America», «God bless all of you». Ни разу не было произнесено ни одним, ни другим. Имя Бога не было произнесено. Хотя я вспоминаю Обаму, тот говорил, тот еще Бога вспоминал, там благословлял, применял имя Божие. Вот в чем великий парадокс. Мы видим такую непонятный шифт. Это хорошее слово, которое ты использовал. Вот этот маятник сейчас отклоняется стремительно не в пользу людей с моральными ценностями, не в пользу людей традиционных христианско-иудейских каких-то мировоззрений. И я думаю, мы не будем звучать с тобой, как заезженная пластина, если мы еще раз уделим внимание на то, что в этот раз, как никогда раньше, на повестке дня с этими выборами вопрос Верховного суда. Почему это важно? Потому что судьи, которых назначит следующий президент, 45-й президент, они переживут нас,
Не исключено? Да. И одна мысль о том, что судьи, которых назначат либо Хиллари Клинтон, либо Дональд Трамп, они все еще будут в Верховном суде, когда мои дети будут примерно такого возраста, как я, это должно очень, очень серьезно, ну, как бы подстегивать людей, чтобы явиться на избирательные участки и сделать свою работу. В силу этого, последний дебат, у меня была возможность только посмотреть минут 15. Но мне понравилось то, что я увидел, потому что ведущий первый вопрос на последних дебатах имел отношение к Верховному суду. Микрофон предоставили одному кандидату, и микрофон предоставили второму кандидату. Кандидат в лице Дональда Трампа говорит: я против абортов, я за вторую поправку Конституции, которая имеет отношение к праву американцев владеть оружием, я против абортов во всех его формах, да. И я буду назначать консервативных судей в стиле Скалия. Был человек на Верховном суде, назначенный Рональдом Рейганом и ушедший из жизни буквально, не знаю, 7-8-9 месяцев тому назад. Антонин Скалия, очень посвященный католик, очень такой надежный, консервативный голос, мыслитель, я бы даже назвал его, в Верховном суде. Когда предоставилась возможность сказать Хиллари Клинтон, там был разговор за прогрессивные идеи, и мы знаем, что это кодовое слово. Там был разговор за право женщины, там был разговор за уничтожение детей на третьем триместре. Это самое жуткое, что не есть процедура. Юрий, нам сидеть здесь в прямом эфире, понимать, что мы в цивилизованном обществе, которое аплодирует уничтожению детей, по сути, в последние дни, прежде чем выйти из утробы матери, производится просто жесточайшая процедура, когда высасываются, извините за выражение, в буквальном смысле этого слова, высасываются мозги из ребенка и вытаскивается из чрева матери его безжизненное тело. А затем продают органы. Вот. Да. Ты вырвал слова из моих уст. И есть организация, называется Planned Parenthood, субсидированная правительством Соединенных Штатов Америки. Нашими налогами. В обороте которой огромнейшие деньги. Это одна ситуация, когда бедная женщина, изнасилованная женщина или никогда не хотевшая беременности женщина приходит и обращается к им услугам, чтобы прервать свою беременность. Но когда на достоянии публики была вынесена информация, что вот эти люди, они торгуют органами человеческими. И что самое страшное в этом? Самое страшное то, что наши сограждане, то есть воспринимается это настолько где-то обыденно, где-то мы падаем в какую-то кому, где-то мы начинаем не реагировать. Но это не вчера появилось. Это не вчера появилось. Я к тому, что Дональд Трамп со своей стороны дал имена судей, и нам предоставилась возможность процессом образования проверить, кто эти судьи. Могут ли они измениться в процессе? Могут ли они изменить свою точку зрения? Конечно, могут. Но во всяком случае, он говорит, вот судьи, список из 20 людей, которые будут моим выбором для Верховного суда. Хиллари Клинтон этого никогда не сделала и никогда не сделает. Хотя у нее этот список тоже имеется. Но можно с вероятностью во много процентов утверждать, что это будут прогрессивные судьи, идея которых, сводится не к тому, чтобы решать судебные иски, которые дошли до Верховного суда, а идея которых сводится к тому, чтобы стать законодательным собранием в лице 9 человек. Я вчера прочитал одну статью. Верховный суд из 9 человек состоящих. Сейчас одна вакансия, то есть их 8. Их 8 человек. 3 из 8. Одному после 70, второму после 80 и третье около 90 лет. То есть, извините, может быть,
кто-то будет слышать это третий раз. По сути, во всех наших программах мы адресуем этот вопрос с тобой, пастор Юрий, по сути, следующий 45-й президент не только заполнит вакансию, сейчас существующую, но и назначит 3, то может и 4 судьи. Если это произойдет в лице Хиллари Клинтон, мы можем рассчитывать на Верховный суд в следующих 30, 35, 40 лет с раскладом 7 против 2. 7 либерально, какая-то часть из них очень сильно прогрессивные, быть может, 2 из 7 ни рыба, ни мясо, и только 2 радикально консервативных человека. Если нас, как общество, такой расклад Верховного суда устраивает на следующих 30 лет, Тогда go ahead. Я не пророк, но я где-то подозреваю, что если такой будет расклад Верховного суда, 7 против 2, даже 6 против 3, будет адресован вопрос не только второй поправки Конституции, будет адресованный вопрос первой поправки Конституции. А первое — свобода слова, свобода собрания, и свобода печати и ряд других вещей. Я не движим страхом. Праведный верою жив будет. Это мое кредо жизни, это то, к чему я поощряю церковь и каждого человека. Мы живем верою, а не видимым. Да. И в самых отчаянных обстоятельствах мы не перестаем верить и уповать на Бога. И она непоколебима. Наш призыв, наш диалог, вообще наш подход, пока есть возможность сделать свою часть, пока есть возможность пойти на избирательный участок, пока есть возможность самообразовать себя и использовать свою привилегию, то почему бы нет? Если твои родители в возрасте 86 лет считают это нужным, потому что они были в системе, где это не разрешалось, или разрешалось под своим соусом, то нету извинения сегодня людям, которые на поколение моложе твоих родителей, или мои сверстники, или поколение millennials, да, которые моложе нас 5, 10 или даже те же 15 лет. Абсолютно никакого извинения. Что надо для того, чтобы преуспевало зло? И, пожалуйста, услышьте меня, я не называю Хиллари Клинтон злой или Дональда Трампа ангелом, или наоборот. Что надо для того, чтобы преуспевало зло? Надо, чтобы хорошие люди, праведные люди, правильные люди ничего не делали. Потому что природа не терпит пустоты. И наша ответственность – это вооружить людей всем необходимым знанием. Есть даже в нашем обществе славянском здесь, в Сакраменто, исходя из того, что далеко не все понимают язык. У нас есть элемент прямой демократии здесь, в Калифорнии. То есть эти пропозиции, они каждый год, или на каждом цикле они заявляют о себе. Сейчас какая-то там нашумевшая 61-я или какая. За каждой из них стоят деньги. Кто-то отстаивает свои огромнейшие интересы. Есть люди, которые помогут вам. Есть люди, которые ответят на ваши вопросы. Эй, вот эта пропозиция, о чем она? Подскажи, как не надо мне сказать, за что голосовать. Просто подскажи мне, к чему сводится идея. И человек сам сможет сделать свое решение. Вот это мне приемлемо, вот это мне неприемлемо. Вот эта платформа партии мне приемлема, вот эта платформа неприемлема. Вот этот кандидат приемлем, вот этот кандидат неприемлем. Сергей Головей с нами в эфире, друзья. Спасибо, что вы остаетесь на «Импакте». Это третий эфир с пастором Сергеем. И такой вопрос у меня есть. Заметил ли ты, что, относительно электората, впервые, когда избирался Обама, оно уже наблюдалась такая тенденция, но впервые исход голосования решат мексиканцы этот раз и афроамериканцы. Так вот, в чем парадокс, что практически, почему сыр-бор пошел насчет мексиканцев. И, кстати, не начало этому положил Дональд Трамп. До этого говорили об этом, и все об этом знают. Нелегальное, свыше 11 миллионов нелегалов здесь. Это то, о чем они говорят. А кто может поверить в это? Совершенно верно. Сколько их есть, никто не знает. Никто не знает, потому что практически открытые границы, и туда-сюда...
так сказать, курируют не только нормальные люди, но и наркодельцы. Угу. Это самый бордер, граница между Америкой и Мексикой, это самая густонаселенная наркодилерами во всем мире. Территория, говорят, да. После Колумбии. Во всем территории, да. Так вот, что интересно, что исход голосования будет решен мексиканцами. Демократическая партия, она купила мексиканцев, очень дешево купила, и купила афроамериканцев. Мы говорили в первом эфире с тобой, что все, что сделали демократы, это много лет назад, они своровали то, что практически для афроамериканцев сделали республиканцы. Потом они своровали. Теперь что получается? Они дают денежное пособие, там SSI для молодых афроамериканцев и мексиканцев. На это денежное пособие не разбогатеет афроамериканец, он будет жить как на поводке. И этим самым постоянная зависимость, и они, несомненно, они будут голосовать и голосуют за демократов. Так вот, в чем-то и вопрос мой. Вся Америка, практически рабочая Америка, рабочая, это средний класс, угу. Это те, которые создают рабочие места, это богатые люди, практически не они, это те, которые build-up, как мы говорим, те, которые строят, созидают экономическую мощь Америки, они потеряли свои голоса, потому что практически 45 или 55 миллионов почти афроамериканцев вместе с мексиканцами, они решают исход. Понятно, что демография меняется. Меняется. Меняется очень сильно. И есть такой прецедент, который нельзя проигнорировать. Когда партия, баллотирующаяся на выборах, обещает рождественские подарки каждый день, кто будет отказываться от этого? Конечно. Поэтому вот эти социальные программы, кстати, вот не заметил ли ты в курсе вот этих или в ракурсе этих дебатов или разговоров, никто не делает ударение на то, что мы называем entitlements. Да. Никто не прикасается к ним, потому что оторвать вот этот кусок от человека, это непросто, это ожесточает его, это формирует какую-то, пусть мнимую, но все-таки защищенность у него. Да. Мое личное мнение, коль ты спрашиваешь, мне кажется, республиканская партия проиграла в отношении испаноговорящего населения, потому что не был четко проведен вопрос или грань между легальной иммиграцией и нелегальной иммиграцией. Это все как-то было сброшено в одну корзину. Иммиграция, да и все. Надо было делать... Мы иммигранты с тобой. Но мы оказались здесь легальным путем. Мы границ не перебегали, мы правил не нарушали. Мы приехали, нам было выдано какое-то пособие на очень короткий период. В моем случае это было 9 месяцев, за что я буду этой стране вовек благодарен. Я был медицински защищен, я был маломальски финансово защищен. Мне предоставлялась возможность первые 9 месяцев ходить в школу, учить язык. И через 9 месяцев страна прислала мне письмо и сказала: «Дорогой, пора. Хорошо, что ты приехал, мы верим в тебя, мы верим, что ты будешь очень важной частью этого общества, но пора. От сегодняшнего дня ты сам по себе». И что мы делали? Угу. Мы делали то, что мы должны были делать. Да. Мы шли, нанимались на работу. Черновую работу. Черновая работа. Без языка. Без языка. Пусть это была работа малооплачиваемая, тем не менее. Ты же даже за что-то цеплялся. И система на данный момент так построена, что она поощряет. Есть лестница, по которой ты можешь подниматься. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Кто-то быстрее поднимается, потому что он смог сочетать образование и работу. Кто-то медленнее, потому что он... Раскрыл свой... к первому возвращаясь. Кто-то раскрыл свой потенциал настолько в бизнес каких-то сферах, угу. То, что не давало ему предпринимательство в бывшем Советском Союзе. И поэтому, смотри, у нас есть успешные люди с нулевым знанием языка. Но надо было проводить огромнейшую разницу. Прямо адресовать вопрос. Есть 11 миллионов людей, даже если опираться на эту цифру, да. которые здесь нелегальны.
Я в какой-то мере соглашаюсь, что нам в этой ситуации, пастор Юрий, нужна мудрость Соломона. Потому что ты многие... очень мягко говоришь. Да, многие... Можно я жестче скажу? Здесь знаешь, какая мудрость? Мудрость Лукашенко надо. Позволь интерпретировать. Знаешь, что он придумал, Лукашенко? Буквально эту идею втолкнул в Сенат. И, по-моему, уже закон или приняли, или будут принимать. Если не работает человек или бездельничает, значит, он обязан платить налог государству. Штраф должен платить. И Лукашенко так сказал, меня не интересует, где он будет искать. Если он тунеядец, нигде не работает, значит, он должен в течение месяца найти там сколько, 150 или 250 рублей. Пусть ищет где хочет, но он должен в казну заплатить штраф. За то, что не работает. За то, что не работает. Я на что хотел обратить внимание, что многие из этих, скажем, 11 миллионов людей, они уже родили детей здесь. И закон Америки предусматривает, что рожденный на территории Америки становится автоматически становится, да, гражданином. Поэтому родители могут быть нелегалами, прошедшими по туннелям каким-то, или кто-то их перевез в багажнике. Родили здесь ребенка, ребенок автоматически получает американское гражданство. Что делать с этими людьми? Но это не наш вопрос. Вопрос в том, чтобы эти люди, которых избирает общество, садились и начинали решать. Или не давайте гражданство тем рожденным, которые рождаются здесь от нелегалов, либо, если вы даете им гражданство, адресуйте вопрос родителей, которые приходят здесь, чтобы они автоматически не квалифицировались на ваши социальные программы. Потому что таким программ на всех не хватит. Таким образом, мамуля переходит через границу, рождает здесь ребенка. У ребенка да нет, ни одного. Стараются много родить. Как бы там ни было. Да. И становится потребителем системы. Да. Те же самые entitlements. И это сказывается на обществе в целом. Но вот где мы, вот где проигрывают республиканцы. Потому что по большому счету, если говорить о латинском демографии, да, латиносов, да, они в подавляющем своем большинстве очень преданные католики. Да. Они pro-lifers. И здесь они промахнулись в плане своего достижения, в плане своей инкорпорации этих людей в свои ряды. Потому что неправильно был поставлен вопрос. Есть легальная иммиграция, давайте отточим наши правила. Ведь же мы могли легально приехать, да, сюда. Надо было в Москву, надо было собеседование, и люди были, и деньги, да, были, и медицину нам надо было проходить, и все было в своем. До сих пор есть элементы легальной иммиграции. Если есть легальная иммиграция, что такое 11 миллионов людей по сравнению с 300 миллионов, да, которые здесь? Создать определенную систему, через которую люди бы проходили, квалифицировала, не квалифицировала, это то, за что в частности Трамп и сейчас поборает. Он говорит, ребята, сколько бы нас не было нелегал, в 11-10 возвращайтесь назад. Даже если у вас рождены дети, нормально, становитесь в очередь, вместе со всеми. Это даст нам возможность исправить нашу систему принятия иммигрантов в нашу страну, обезопасить себя от негативного элемента, потому что вот под этой... Ну, кто будет выступать против мамочки беременной? А что, правде в глаза смотреть, пастор, да, Юрий, сколько славян, о, да, с Украины, с России приехали сюда на 6-м, на 7-м месяце, потому что пустили в самолет, только в целях, чтобы родить ребенка. Да. Есть естественный инстинкт какой-то, чтобы лучшее для, да, для своих детей. Я их за это ни в коем случае не буду бронить. Я за то, что люди пользуются системой, которая несовершенна. Злоупотребляют. Да. И когда человек говорит, давайте исправим ее, чтобы она была хорошей для всех, его начинают называть против иммиграции, его начинают называть там, ну, разными словами, то же самое с этими мусульманскими, да, иммигрантами. Ну какая проблема? Только сделайте это честно, сделайте это пропорционально, сделайте это так, чтобы
будет индус, будет он испаноговорящий, будет он с Украины, будет он еще откуда-то, чтобы он чувствовал себя, что кому-то даны предпочтения, а меня опустили. Есть пастор Юрий в нашей семье, мне не надо далеко ходить, в нашей семье. Случай, когда люди прибыли сюда легально, подали соответствующие документы, годы спустя их кейс все еще в воздухе. Да. Вот я позволю подискуссировать с тобой чуть-чуть относительно принадлежности латиноамериканцев в католической вере. Буквально на прошлой неделе я был в одной из стран Латинской Америки, в аэропорту еду в такси, везет меня, разговорились. Первый вопрос, where are you from? Он меня спрашивает, говорю, с Америки. О, и он резко по-английски, владея языком, понес на Трампа. Я ему задаю встречный вопрос, говорю, расскажи о себе, там у нас было время, так сказать, для беседы. Он говорит, я евангельский христианин. Я говорю, я тоже. О, как хорошо. В какую церковь ходишь? Протестантскую церковь, даже speaking in tongues, так хорошо. И он как понес на этого Трампа. Я говорю, хорошо, а что ты думаешь относительно Клинтон? Он говорит, she's such a nice lady. Я говорю, почему? Ну, потому что она за нас. Я говорю, стоп. И я начал с ним говорить. Мой английский довольно-таки позволил мне излагать свои мысли прямо, конкретно. Я говорю, смотри, его платформа. И почему я не за нее и не за него? Ну вот, вот его платформа, вот ее. А он долго меня слушал. Я говорю, смотри, ты евангельский христианин, и я. Говорю, смотри, относительно вот этих вещей, относительно гомосексуализма, относительно евангельских подходов, абортов, всех остальных, вот как для тебя? Вот для меня это важно. Но я в таком ракурсе о выборах в Америке не думал. Я говорю, если бы ты думал, то, я говорю, намного был бы мудрее. И о чем это говорит? О том, что то ли касается афроамериканцев, то ли касается латиноамериканцев. Когда касается кошелька и желудка, к стыду. Вот буквально, я только хотел взять наш разговор в этом направлении. Юрий, это падшая человеческая природа. Мы, как славяне, не выделяемся здесь. Это не потому, что они латиноамериканцы или афроамериканцы. Когда человеку грозит потеря хоть одного доллара, вот почему институт церкви в этом процессе очень важен. Церковь не может быть аполитичной. Церковь не может быть аполитичной, потому что мы живем в обществе, которое окружено нас окружающим. И от нас мы должны быть вовлеченными в процесс. И наша, Бог говорит через, я ухожу немножко в сторону, Бог говорит через, в книге Второзакония, если ты будешь слушать глаза, повиноваться, я поставлю тебя выше всех народов земли. То есть наш взгляд, наша ментальность, наш подход должен быть намного больше, чем просто непропущенный ланч или какая-то социальная помощь от государства. Мы спрашиваем, каким будет общество 20, 25, 30 лет тому назад, от сегодняшнего дня. Вот чем мы мотивируем. Ты думаешь, это присуще только служителям, таким как ты, которые видят дальше собственного носа? Или оно должно быть достоянием для всех? Я не знаю. Это то, в чем мы должны возбудить наш здравый смысл. И я ни в коем случае не соглашусь, что только испаноговорящие в этом виноваты, и они рассматривают одного кандидата, отдают предпочтение одному над другим, потому что он за них. Вопрос концептуально неправильный. Если бы я мог сказать, никто не заберет ваши сэндвичи. Мы уже на таком этапе, что никто ваши сэндвичи не заберет. Их слишком много. Дорогие братья и сестры, будьте вы на какой-то социальной программе, никто у вас ее не ущемит уже. Абсолютно. Это просто стратегия запугать, страх, чтобы отвернуть. Почему и разговор наш не через призму. Будет страхование или не будет страхования? Будет welfare или не будет welfare? Будет medical или не будет medical? Вопрос, каким будет общество через 20, через 25, через 30 лет, если Господь не придет? Будет ли Америка тем же самым
обществом, которым она была изначально, или мы не будем больше провозглашать Евангелие, мы не будем больше кормить голодных, мы не будем больше заботиться о тех, которые не могут заботиться о себе, мы не будем больше распространять благую весть. Вот что озадачивает меня. Не одна там какая-то этническая группа, которую обошел один кандидат, а второй кандидат ее подхватил, потому что он что-то поменял. Дорогой мой, если ты не понимаешь, таксист в этой стране латиноамериканской находящейся, что количество пролитой крови от детей, которые никогда не увидят ни одного дня в своей жизни, это гнусно в очах Бога. Ему пророк Исаия использует в 59 главе, говорит, и противно было ему. Богу противно, что нет справедливости. Богу противно, что никто не может подняться и сказать, это же преступный интерпрайз, если вы продаете части человеческого тела. Какое моральное право Америка сейчас может идти в Сирию или еще куда-то, учить кого-то жить, если вы в своем огороде не можете разобраться? Если для вас убийство детей – это норма, если на третьем триместре женщина может пойти и какой-то, извините, изверг может высосать мозги ребенка и безжизненное тело вытащить из утробы матери – грош нам цена, как обществу в базарный день. Вот что мы должны разбудить. Вот что, на что мы должны сфокусировать людей. Эти греки крови, которые текут из клиник абортов, это не к чести нашей. И Бог не может быть равнодушным. Если гнев Божий будет вылит, то не будет ни твоего сэндвича, ни твоей медицинской страховки, ничего не будет. И все дома уйдут. И все уйдет. Да. Если мы не верим, что в историческом контексте Бог имеет разговор с нациями, Он разговаривает с человеком один на один, Он говорит с семьей один на один, Он говорит с церковью, и у Бога есть разговор с нацией. Он говорит, Ионе, иди в Ниневию, скажи им, что 40 дней, и Ниневия будет... Это был разговор с городом. Хорошо, что царь снял с себя свои царские одежды, облегся во вретище, не кормил ни скот, ни свой дом, ни детей, ни 40 дней. Поститься начал перед Богом. И Господь говорит, кстати, небо было уничтожено? Было. Чуть-чуть позже, да. Смирение царя отодвинуло план Божий. Так, друзья мои, у Бога есть разговор с нацией. Ты оптимист или пессимист? Я очень, относительно Америки. Я очень оптимистичный человек. И даже при том мраке, политическом мраке, который сейчас нас окружает, я очень оптимистично настроен. Но не дай нам Бог умолкнуть. Пока у нас есть право, пока у нас есть привилегия, мы должны этим правом, мы должны... Пастор Юрий, пусть это станет понятным для наших телезрителей. Здесь мы не отстаиваем одного над другим. Мы поставлены перед тяжелейшим... Надо правде смотреть в глаза. Да. Мы поставлены перед тяжелейшим выбором. С одной стороны, далеко не совершенный, плотский человек. С другой стороны, коррумпированный кандидат. С ног до головы коррумпированный. Сказать, что эти выборы легкие, да нет. Хотелось бы, чтобы они были по-другому. Но среди всего этого мрака политического, я верю, что Дух Божий носится над водами. И нам надо сделать... Во-первых, говорить слова благословения, как Мардехей, который говорил во благо своего народа. Не бояться назвать вещи своими именами, благословлять эту землю и просто надеяться, что воля Божья будет явлена 8 ноября. Что интересно, на днях мне попала статья одного про ярко выраженного кремлевского издания. Очень. Mm-hmm. И она меня удивила. В заглавии этой статьи было «Исламизация Европы». Корреспондент настолько библейски изложил, ну, светским языком, план. Светским языком конкретно. Показал, они показали в схемах, они показали, к чему пришла Бельгия, что является собой Брюссель. Самым в Брюсселе, это центр Европейского Союза и центр НАТО. В Брюсселе самое популярное имя, знаешь, какое? Самое известное и самое... Мохаммед. Мохаммед, да. Поражает. То есть я к чему? К тому, что даже светский, как мы говорим, ум, он более ярко видит, к чему это все идет.
Мы даже с тобой не трогали тему исламизации Америки. Мы в ближайшее время мы поднимем эту тему. Конкретно будем говорить об этом. Это тоже это потрясающий аргумент в пользу того, что все-таки христиане должны быть начеку. Если мы сдаем позиции по всем фронтам, практически по всем фронтам. Нельзя, пока есть возможность, пока есть... И еще одно, пастор Сергей, прошу прощения. Первый, ты тронул в беседе вопрос первой статьи Конституции. Свобода поправки. Слова. Поправка, да. Так смотри, Обама в первый год своего первого срока, он сделал попытку убрать 501c, это статус, дающий христианским религиозным организациям, церквам, миссиям, списывать таксы. Вот вы жертвуете, как бизнес, и такса, так сказать, списывает. Из-за этого довольно-таки преуспевающая, процветающая церква. Потому что многие списывают, учитывая то, что им будет такса понижена. Пастор Юрий, простейшая математика. Давай. Я не верю. Что уберут? Нет, я не верю, что преследование здесь, я его не исключаю, но я не верю, что преследование здесь будет прототипом Савдепии. Спит человек, в 4 утра подъехал воронок, и если кирзовые сапоги были в гараже, значит, повезло, хватай, потому что гарантии, что ты возвратишься. Я не думаю, что так это будет происходить. Но вот один из вариантов. Те из вас, которые владеют домами, вы знаете, что 10 декабря и 10 апреля вы, как на поклонную гору, несете свои деньги за свою же собственность. Выплаченная, невыплаченная. Мы в Калифорнии, если вы смотрите других штатов, в Калифорнии у нас считается еще сравнительно низкий property tax. Примерно в районе 1%. Математический разговор. Вот возьмем, к примеру, даже славянскую церковь, даже в нашем городе. Выбери, какую хочешь. Ну, большую самую. Самую большую. Capital Christian Capital, или Вифания. Возьмем Capital Christian, чтобы быть более нейтральным в этом отношении. Стоимость этой собственности, скажем, 50 миллионов. Я не знаю, 50 миллионов долларов. 50 миллионов долларов – 1%. Это 50 тысяч? Это 500 тысяч в год. То есть, да, 500 тысяч. Это значит, что 500 тысяч, а 500 тысяч в год – это 40-45 тысяч долларов в месяц. Это будет означать, что церковь должна будет прописать в свой бюджет 45-50 тысяч, чтобы платить за налог, земельный налог. Это мы взяли один только Capital Christian Center. А что говорить о христианских университетах? Что говорить о колледжах? Что говорить о госпиталях, которые имеют статус нон-профита и освобождены от этого поземельного налога, если я правильное слово освобожу? Таким образом, вот этот, это один из вариантов, может быть использован для того, чтобы таким, как ты, как я, придут они и скажут: пастор Юрий, импакт у тебя, да? Плати. Тебе не нравятся сейчас тенденции, которые имеют отношение к однополым бракам и сексуальное меньшинство, сексуальное большинство. У тебя аборты. Да. У тебя есть своя точка зрения. Флаг тебе в руки, пусть она у тебя будет. Но мы забираем у тебя твой статус. А это будет значить, что от сегодняшнего дня и впредь каждый доллар, который добровольно поступает, не только ты не сможешь дать письмо твоим налогом, партнерам, а еще облагаться но ты, это будет облагаемый налогом доход. И тогда пастор Юрий сядет и скажет: может, нам надо осторожнее быть в наших заявлениях? Точно. Может быть, или нам каждое слово, это один из вариантов. Это один из вариантов. Я преломливаю это через себя, учитывая, что сколько собственности церковной есть, в какую цену это все может обходиться. Я не говорю, что это произойдет. Но рычаги, когда последняя переписка между ведущим кандидатом Демократической партии и ее помощником была перехвачена, вот что меня насторожило. Они говорят так: нам надо разбить устои католической церкви. Они живут ментальностью среднего века. И он говорит, вот пишет тот, который возглавляет ее предвыборную кампанию: друг мой,
не переживай. Mm. У меня уже есть прогрессивная контора зарегистрированная. Есть люди, которые водворены, которые вхожи в католическую церковь. Говорит, это будет своеобразная католическая весна. Mm. То, что в Европе. Ты только подумай над их терминологией. Да. Говорит, мы не будем давить сверху. Изнутри. Все произойдет снизу. Мы сейчас удивляемся, а что католическая церковь занимает? Непонятно. Непонятно. Да. Почему некоторые протестантские голоса начинают смотреть по сторонам? Я недавно услышал об одном ведущем мегапастыре, который говорит, you know what, I am still evolving. Mm. Я все еще в поиске истины в отношении однополых браков. Тысячи людей на его собрание приходят воскресные, он в поиске истины в отношении, и все остальные сидят, говорят, да, ну, человек ищет. Значит, придет, один день придет. Потрясающе, так стремительно идет время. И хотел бы продолжить, в следующий раз мы эту тему обязательно продолжим. Друзья, служение церкви пастора Сергея Головея, это Christian Faith Church, начало транслироваться по воскресеньям в 12:30. Каждое воскресенье прямое включение прямо из церкви. Кстати, если могу оговориться, служение в 11:30 начинается, в 12:30 трансляция проповеди из нашего русскоязычного служения. На Greenback Line. Элкорн. Элкорн, да-да. Если у вас есть возможность быть с нами в 12:30, те, которые на левом берегу, в 3:30 на восточном побережье, и в 6 часов тихоокеанское, 9 часов восточное время, вечером во вторник повтор этой программы. Да-да. Поэтому здорово, пастор Сергей, спасибо. Жму руку. Еще раз. Огромнейшая благодарность, Бог да благословит, друзья. Мы беседовали, анализировали, сопоставляли, а принимать, решать вам. Бог да благослови вас принять разумное, правильное, взвешенное, духовное решение. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте с нами, оставайтесь на Impact. Всего хорошего.